Всем привет, вы на канале Китаец лечился. Сегодня у нас очередной пациент. Это у нас Honor 10 Lite, он же Honor 10i. Дисплей одинаковый, вот такое вот разбитие. Конечно, в этом случае есть смысл переклейки, но у меня сепаратора нету, и переклейкой я, увы, не занимаюсь пока что. Так что будем менять дисплейный модуль. Меня зовут Руслан, и поехали. Дабы ускорить процесс, я уже отклеил заднюю крышку. Слава богу, она здесь пластиковая, отклеивается она легко. Отклеиваю ее с помощью изопропилового спирта и карточки. Это у нас защитная пленка с 9D стекла. Болты я также уже извлек. Телефон у нас включенный. Желательно его отключить. Сейчас мы это сделаем. Выключаем аппарат и снимаем защитную крышку заднюю с плат. Она здесь довольно-таки сильно сидит. Болты у нас все одинаковые, какие-то магнитные, там они все возле камеры также магнитные, только три болта у нас разные, здесь, здесь и вот здесь три болта, не перепутайте, они другие. Отключаем аккумулятор. Сканер я уже до этого отключил. Отключаем шлейф межплатный. Аккумулятор я тоже уже отклеил, отклеивается он также изопропиловым спиртом. Убираем, дабы добраться до шлейфа дисплея. Если дисплей выживет после расклейки, я его себе оставлю, он мне еще пригодится, проверять, тестить там. Берем лезвие, вот такое вот, я использую лезвие этот ножа канцелярского, проливаем периметр изопропиловым спиртом и между рампой и самим дисплеем подсовываем лезвие, чтобы образовалась щель. Берем карточку, можно такую, можно чуть потолще, и стараемся завести карту под дисплей, не под тачскрин, под стекло, а под сам дисплей, чтобы его так приподнять маленько. И начинаем срезать. Здесь у нас динамика, сетка. Так вот она выглядит, маленькая, мы ее убираем и срезаем. Дисплейный модуль я уже приобрел, я его уже проверил, ссылка на дисплейный модуль будет в описании под этим видео. Модульный этот аппарат неоправданно дорогой, 2 с лишним тысячи рублей, хотя это обычно IPS матрица, не AMOLED, и у нас тут никаких, в принципе, ни сканеров, ничего под экраном нету, но почему-то стоит она вот таких вот денег непонятных. Также она совместима с Honor 10i и с каким-то там еще. Так, где у нас разбито стекло, у нас карта не идет. Идем с другой стороны, зайдем. Там у нас шлейф внизу. Так, за кадром я его доковырял. Как мы видим, дисплей у нас расклейку выдержал. Очень хорошо. Оставлю, пригодится. Может быть, когда-нибудь куплю сепаратор, срежу, поменяю стекло. И также его впарю. Но не факт. Сейчас проверим тачскрин. И будем дальше расклеивать, распирать. Так. Да, тач у нас отзывается. Выключаем аппарат. Давайте уберем аккумулятор. Берем старый дисплей. Вот так он выглядит. Герметик, я бы не сказал, что вот прям какой-то суперский. Держит, конечно, но не прям так сильно. И почти весь герметик у нас остался на дисплее. Сейчас смотрим, чтобы не осталось у нас здесь стекол. И рамки у нас здесь очень-очень тонкие, вообще тонкие. Плюс у нас еще внизу два датчика.
очень сильно усложнит работу. Сейчас я поближе посмотрю. Ну, в принципе, чисто. Берем изопропанол и поехали рамочку очищать. Оригинальный дисплей у нас, кстати говоря, продается вместе с рамкой, но у нас копия будет, так как оригинальный еще дороже на 1000. Качество, я не думаю, что там сильно лучше будет. Аккуратно камеру не заляпать. Я сухой стороной палочки ее чуть-чуть протер. И, в принципе, рамка у нас готова. Будем клеить на Т7000. Это черный у нас клей-герметик. Берем новый дисплей. Вот так он выглядит. Есть, конечно, отличия, но как бы не сильно такие отличия здесь. Также все заклеено. Также все у нас есть. Вот у нас отверстие под датчик. Видим, да, просвечивает. Также у нас еще какой-то датчик, судя по всему, должен быть. В оригинальном тоже он есть. И в верхней части у нас вот здесь тоже какой-то датчик стоит. Так что надо будет это все дело как-то обойти. Сейчас посмотрим, где вверху стоит датчик. Честно говоря, в рамке есть датчик. В рамке датчика почему-то не вижу. Может быть, это на 10i стоит датчик, но тут датчика почему-то нету. Вот смотрите, рамочка у нас целая. Сейчас мы вот так сделаем поярче. Датчика вверху нету, а внизу как раз таки вот стоит датчик один. Так, и второго датчика я также здесь не вижу почему-то. Ну, может быть, на 10i там есть датчики. Давайте приступим. Клеить будем прямо на рамку, не будем на дисплей. Боюсь я этого клея. Он жидковатый, и вполне можно в подсветку его залить. Так что будем на рамку делать. Так, сейчас я обратно свет верну. Тонким-тонким слоем. Аккуратно. На рамку. Рамка имеет какие-то неровности. Я думаю, это с завода. Не связано это с трещинами, потому что по всему периметру рамка имеет эти неровности. Так, здесь у нас уже начинается динамик. Мы его пропускаем. Вообще, дисплей на данной модели телефона приклеен поганенько, я бы сказал. Не то, что у Samsung. Samsung матрицу тоже приклеивает снизу. Очень такое кропотливое занятие. Так. Здесь у нас тоже датчик, я не вижу. И вот это место датчиком пропускаем. Убираем клей, чтобы он не засох. Убираем гарантийную наклейку. Повторю, дисплей я уже за кадром проверял. Дисплей у нас работает адекватно. Так, стыкуем и не забываем у нас, что сетка динамика должна быть. Сейчас я ее поставлю обратно. Да, друзья, ставить сеточку в этот аппарат обратно — это прям приключение. Телефончик я уже запустил, сеточку поставил. Но это прям вообще это что-то.
Так, видим, проблем с датчиком у нас нету никаких. Тач у нас отзывается корректно. Датчик вроде бы не ругается. Вроде. Интересно, почему-то датчик не срабатывает, сейчас посмотрим. Но так, в принципе, все, телефон сейчас склеим, соберем, отдадим клиенту. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.